Всем привет! Сегодня мы нарисуем елочку с самыми маленькими нашими художниками. Рисовать сегодня мы будем пальчиковыми красками Art Berry от Эрих Крауза, а также будем использовать крафтовую бумагу. Обязательно приготовьте влажные салфетки, так как ими мы будем вытирать ручки. Первым делом выкладываем краски на палитру. У меня есть вот такая лопаточка. Вы можете взять любую маленькую ложку. Зеленого выкладываем побольше. Вытираем ложку. Выкладываем желтенький. Красный. И синий. Хорошенько протираем ложечку и выкладываем белый цвет. Теперь смачиваем пальцы в воде и набираем яркий зеленый. Посерединке листочка рисуем нашей елочке ствол. Теперь добавляем веточки. Между веточками оставляем расстояние. Чем дальше, тем наши веточки будут шире. Кое-где наведем наши веточки поярче. А теперь добавим в зеленый немножко синего и хорошенечко перемешаем цвет. Получается у нас темно-зеленый. И этим цветом добавляем веточки нашей елочки, делая ее тем самым попышнее. Добавляем веточки нашей елочки внизу. Намочим пальчик, наберем немножко белой краски и добавим чуть-чуть снега на нашей елочке. Берем салфеточку и хорошо вытираем пальчики. Промываем руку в воде и снова вытираем. Набираем белый цвет на всю подушечку пальчика и ставим отпечатки, сильно прижимая пальчик к бумаге. Укладываем снежок под елочкой.
Теперь ставим маленькие снежинки, чуть-чуть нажимая на пальчик. Откладываем немножко белого в другой кружочек, промываем руку, вытираем и добавляем чуть-чуть синенького в наш белый. Перемешиваем, пробуем цвет, еще добавляем немножко синего. И ставим голубые снежинки. Голубые снежинки делаем чуть побольше, чуть сильнее прижимая пальчик к бумаге. Вытираем пальчик. Откладываем немножко желтенького. Вытираем пальчик и добавляем немножко белого. Перемешиваем цвет. И рисуем верхушечку нашей елочки. Теперь этим цветом добавляем шарики на елке. Мы добавили белый в желтый, чтобы наш цвет стал поярче. Шарики делаем большими, поэтому хорошенько нажимаем на пальчик. Для каждого шарика набираем красочку вновь и вновь, чтобы наши шарики получились яркими. Вытираем пальчик, смачиваем и набираем красный цвет. Будем добавлять красные шарики. Шарики можно делать любого цвета, который вам нравится. Промываем пальчик, хорошенько вытираем, набираем чуть-чуть беленького. А теперь я вам расскажу, как сделать так, чтобы наши шарики заблестели. Ставим маленькие точечки на каждом шарике. Чуть-чуть касаемся пальчиком шарика. Вытираем ручку. Вот такая замечательная новогодняя елочка у нас получилась.